Картина дня в репортажах журналистов МТК Видео на канале ТНТ в этом выпуске. Одна хорошо, две лучшие. Семья просит квартиры у мэрии Магадана. На ремонт Колымской трассы из государственного бюджета выделят 85 миллиардов рублей. Обращение губернатора Магаданской области Сергея Носова поддержал президент России Владимир Путин. В Магадане стартовали конкурсы «Меценат года» и «Человек года». Заявки принимают на официальном сайте мэрии. Это последний частный дом по улице Правонабережная, попавший под снос на участке, где будет проложен новый трубопровод. Полвека здесь со своими семьями живут братья Павел и Сергей Горбачевы. Дом разделен на две половины – частную и муниципальную. В 2010 году мне позвонили и сказали, что нас будут сносить, потому что аварийное ветхое жилье. Спросили, что бы вы хотели. У нас еще папа был жив тогда, и они нам предложили три однокомнатных квартиры, что мамы уже не было, и мы согласились, все, и на этом все это утухло. Никто больше это не вспоминал, только вспомнили про нас гораздо позже. Видимо, что-то пошло не так, мы можем только предполагать. Сейчас на этом участке ведет подготовительные работы предприятие «Магадан-теплосеть». В межотопительный период специалисты заменят трубопровод. Это магистральный трубопровод. И в соответствии с действующим законодательством должна быть обязательно предусмотрена зона, где будут отсутствовать строения, жилые строения. В связи с этим заблаговременно мэрии города Магадана были изъяты земельные участки, самовольные, где были самовольные, где не самовольные. Изъяты, предоставлены жилье жителям, которые здесь жили. И снесены постройки, подготовлена строительная площадка для проведения работ. Летом здесь уже будут проводиться работы. В связи с расселением жителей участка на Правонабережной и дальнейшим сносом домов, за частную половину братьям Горбачевым в 2017 году выдали более полумиллиона рублей. Все суммы, они были установлены в связи с на основании рыночной стоимости. То есть был отчет оценщика, который оценивал рыночную стоимость изымаемого имущества. Объекта недвижимости, земельного участка и доли в жилом помещении, пропорционально занимаемой площади. По договору социального найма за вторую часть дома Горбачевым положена квартира площадью не менее занимаемой. В доме на Правонабережной она равняется 50 квадратным метрам. В 2018 году им предложили несколько вариантов квартир на улице Попова, Берзина, Зайцева и Лукса. Остановились на последнем. Площадь в предлагаемой трехкомнатной квартире на две семьи составляет 57 квадратных метров. Таким решением братья недовольны. Считают, что им необходимо предоставить две однокомнатные квартиры. Но такие подарки от муниципалитета не предусмотрены действующим жилищным законодательством. К сожалению, мы не можем удовлетворить потребности всех граждан, предоставлять раздельные жилые помещения. Есть жилищное законодательство, которое четко трактует нормы предоставления. Мы выселяем в равнозначное жилое помещение в пределах населенного пункта, соответствующее уровню благоустройства. При этом на Правонабережной уровень благоустройства намного ниже, чем в квартире по Лукса-4. По решению мирового суда съехать из квартиры Горбачёвы должны до 11 февраля и получить ключи от квартиры по улице Лукса. В Магадане стартовали конкурсы «Меценат года» и «Человек года». Об этом говорили на заседании Координационного совета общественных организаций Магадана. Главным меценатом могут стать физические и юридические лица, которые занимались благотворительностью в 2018 году. А «Человеком года» – кто достиг высоких результатов в разных сферах деятельности. Заявки на конкурсы принимаются на официальном сайте мэрии Магадана. Особое внимание уделили национальным проектам развития Дальнего Востока до 2025 года. Заместитель мэра города Юрий Казетов рассказал об этапах формирования масштабной программы. Первый включает в себя сбор предложений от жителей, общественных организаций и молодежных объединений региона. Второй – обсуждение их в Госдуме, в Совете Федерации, в Общественной палате Российской Федерации. На завершающем этапе – доработка нацпроектов на уровне правительства Российской Федерации. Конечно, основные вопросы – это что нужно от граждан. Не ждут каких-то программ там экономических и так далее. Понятно, на нашем уровне понимания мы должны просто высказать свое мнение, что нужно сегодня сделать здесь, на Дальнем Востоке, по нашему мнению, по-простому.
для того, чтобы люди здесь оставались, для того, чтобы получился в Кидане у вас тот толчок развития, и чтобы была у нас перспектива. Свои предложения можно отправить в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана, как в электронном виде, так и в печатном, заполнив анкету на месте, либо разместить рекомендации на официальном сайте «Дальний Восток-25». В мэрии Магадана жители Колымской столицы на публичных слушаниях обсудили строительство областного родильного дома. Он рассчитан на 80 коек. В нем планируют создать консультационный центр на 150 посещений в сутки. Строительство начнут в 2020 году. Здание возведут в микрорайоне Нагаева. Помимо этого, мэр Магадана Юрий Гришан обсудил с колымчанами строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» и отведение земельных участков для садоводства. Все инициативы горожане единогласно поддержали. Решение участников публичных слушаний теперь предстоит рассмотреть на заседании Магаданской городской думы. В мэрии Магадана подвели итоги всероссийского конкурса на лучшие проекты создания комфортной городской среды. В 2018-м столица Колымы участвовала в номинации «Малые города» и выиграла 100 миллионов рублей на благоустройство парка «Маяк» на улице Приморская. В этом году за федеральный грант будет бороться пешеходная зона «Магаданское время» на проспекте Карла Маркса. Этот проект стал самым обсуждаемым колымчанами. Проголосовать предлагалось также за скверы Победы, 60 лет Магадану на улице Дзержинского, на улице Зайцева в микрорайоне Солнечный и в Марчикане. По результатам сбора предложений у нас победила пешеходная зона «Магаданское время». Так мы ее условно назвали, пока она вот имеет такое условное название. Это зона по проспекту Карла Маркса на участке от проспекта Ленина до улицы Дзержинского. Давно уже зреет, собственно, идея облагородить эту пешеходную зону таким образом, чтобы исключить движение автотранспорта по ней, ну и, собственно, сделать ее максимально эстетически привлекательной, комфортной для отдыха горожан и гостей города, так как это, в общем, центр города. Также принимались предложения от граждан по благоустройству этой зоны. Магаданцы голосовали за укладку тротуарного покрытия, наружного освещения, создание арт-объектов. В итоге, с учетом всех предложений, разработают дизайн проекта, который будет представлен в Москве весной этого года. На ремонт федеральной автомобильной трассы Р-504 Колыма из государственного бюджета выделят 85 миллиардов рублей. Обращение губернатора Магаданской области Сергея Носова о необходимости средств на приведение дороги в нормативное состояние поддержал президент России Владимир Путин. Об этом глава региона рассказал на заседании регионального правительства. Эта трасса – единственный вид наземного сообщения Магаданской области с основной частью России. Ее протяженность – 834 километра. По информации регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, на начало 2018 года нормативным требованиям соответствует только 24% автодороги. Это создает существенные препятствия безопасной и своевременной доставке грузов в регион. Мы сделаем все, чтобы работа эта продолжалась и работа эта увенчалась успехом. Каким? Чтобы был выделен бюджет, чтобы были проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики, и, наконец, началась работа, и мы будем видеть график этой работы и, соответственно, сроки решения проблем колымчан, и не только колымчан, проблемы из-за безобразного состояния этой федеральной трассы. Также 800 миллионов направят на реконструкцию аварийного участка на Портовом шоссе, который пострадал во время паводков в 2014 и 2017 годах. Средства будут выделены в рамках единой федеральной субсидии. Сейчас проект реконструкции уже прошел экспертизу. Работы начнут в начале весны. Они пройдут в два этапа. Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с полуфиналистами конкурса «Лидеры России». Его проводят по всей стране второй год подряд. Заявки на участие подали более 200 человек. После дистанционного этапа в полуфинал прошли 3200. Четверо из них – магаданцы, которые проработали в руководящих должностях несколько лет. По их словам, участие приняли, чтобы проверить свои управленческие навыки и принести пользу Колыме. Начальник одного из отделов управления Федеральной антимонопольной службы России по Магаданской области Евгения Фисенко попадет в
финал, если ее социальный проект оценит наблюдательный совет конкурса. На очных этапах это знакомство с интересными людьми, так называемое развитие горизонтальных связей. Это проверка умения работать в команде, это возможность получить обратную связь от тех, с кем ты работаешь, и от наблюдателей, насколько твои профессиональные навыки, на каком находятся уровне, и если вдруг в каких-то вопросах или в каких-то компетенциях есть недостаток развития, то нужно их развивать и каким образом это делать. Это интересно, это своего рода этап развития. Окончательный список финалистов будет известен в конце февраля. Победители получат по 1 000 000 рублей на образование, шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, а их наставниками станут известные руководители из бизнеса и государственного управления. Одни из них – Алексей Анисимов, Юрий Борисов и Антон Вайна. Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в марте. Жюри оценит лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде и нацеленность на результат. Координационный молодежный совет в мэрии Магадана начался с почетной миссии Юрия Казетова – награждения самых активных ребят, достигших высот в спорте, общественной деятельности и культуре. Подвели итоги и городского конкурса «Студент года 2018». Им стал Иван Кожакин, студент 3-го курса педагогического факультета СВГУ. Организаторы отмечают сильный состав участников в этом году. Этот конкурс уникален тем, что даже мы, когда занимались с участниками, да, и на репетициях и так далее, все участники говорили друг на друга. Выиграет тот, выиграет тот, выиграет тот. А вот конкурс показал, да, вот что впервые, да, мастер спорта, педагогический факультет представил, и вот достойно, как говорится, выступил и занял, как говорится, первое место. Хотя на самом деле, да, жюри до последнего, да, и даже равное количество баллов было. Поэтому здесь все в руках студентов. Поговорили и о будущем. Членов совета попросили внести предложение в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Что нужно сделать, чтобы развивалась экономика региона, чтобы люди не уезжали и дольше жили? Молодежь предлагает поддерживать начинающих предпринимателей, поднять зарплату северянам, открыть новые развлекательные и спортивные комплексы, снизить цены на овощи и фрукты и расширить категорию граждан для получения путевок в санаторно-лечебные курорты. Генерал-майор Колымской полиции Игорь Рыжевич провел пресс-конференцию для магаданских журналистов. На ней подвели итоги работы ведомства в прошлом году. В 3 раза увеличилось количество фактов мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Зарегистрировали 227 таких преступлений. Колымчане отдали злоумышленникам более 10 миллионов рублей. Обманывают людей по телефону в основном преступники, которые уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Всего в 2018 году сотрудники внутренних дел возбудили более 2000 уголовных дел. По раскрываемости традиционно выше среднероссийского и в Уральском Дальневосточном федеральном округе показатели у нас стабильно раскрываемость стоит около 60%. В минувшем году сотрудники внутренних дел пресекли 222 преступления в сфере экономики и финансов. Из незаконного оборота изъяли золото и серебро общей стоимостью более 32 миллионов рублей. Также на пресс-конференции начальник МВД России по Магаданской области наградил почетными грамотами и благодарностями сотрудников средств массовой информации. Их получили и работники телеканала МТК «Видео». Ведете активный образ жизни, но у вас близорукость? Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт Оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт Оптика. Телефон в Магадане 62-85-47. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Расцветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62.
Разумная экономия от Мир Антенн. Оплати абонентскую плату кабельного телевидения на год вперед и получи 2 месяца в подарок. Мир Антенн. Смотри и экономь. Торговый центр «Идея». Телефон 300-100. Февраля в Магадане ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем 15-17 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 33%.